Национальному олимпийскому движению исполнилось 25 лет. Сегодня в столичном дворце независимости прошел торжественный концерт. Открыл его президент Нурсултан Назарбаев. В своем выступлении он отметил, что с момента создания Национального олимпийского комитета наша страна приняла участие в 12-летних и зимних олимпиадах. За все это время, по словам президента, атлеты завоевали 67 медалей различных достоинств. Наш гимн звучал на мировых помостах, а флаг не раз поднимался выше остальных. Глава государства сообщил, что для развития спорта в стране строится вся необходимая инфраструктура по международным стандартам. Мы присоединились к Международному олимпийскому движению. Это стало важнейшей частью строительства нового независимого Казахстана. Ведь олимпийское движение – это больше, чем спорт. Это философия жизни, которая основана на ценностях открытости, единства, взаимного уважения, физического и нравственного совершенства. Все это совпадает с принципами построения нового независимого Казахстана и наших программ, которые мы перед собой ставим. Олимпийские движения не имеют равных на планете по мощи своего охвата, сила воздействия на людей. По олимпийской модели проводятся универсиады, континентальные игры и другие состязания. Помимо звезд мирового спорта, чемпионов и призеров Олимпийских игр, на концерт были приглашены и высокопоставленные гости. Глава государства подчеркнул, что Казахстан стал достойным членом международной олимпийской семьи. Олимпийские игры задают высочайшую планку, стимулируя и наших спортсменов. Недавно наша национальная сборная ярко доказала свой уровень на зимней универсиаде в Алматы. Не сомневаюсь, что Казахстан еще больше укрепит свои позиции на мировой спортивной арене. Уверен, что пламя олимпийского огня будет зажигать все больше сердец по всему миру. Национальные олимпийские движения, весь казахстанский спорт вступает сейчас в новую эпоху. Мы ждем от него новых убедительных достижений. Сегодня разделить с нами радость юбилея прибыл президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. В знак высокого уважения и признания заслуг его, позвольте мне вручить юбилейную медаль в честь 25-летия нашей республики. Mr. Ahmad Al-Fahad Al-Sabah is awarded with the Jubilee Medal, 25 years of independence of the Republic of Kazakhstan, for the significant contribution in the development of the Olympic movement in Kazakhstan. Завершилось мероприятие большим праздничным концертом. Под национальную музыку на сцене выступили спортивные акробаты, после чего их сменила казахстанская группа «А-студио». Они исполнили знаменитую песню «Утренняя гимнастика», а подпевал им олимпийский чемпион велогонщик Александр Винокуров. Дальше на сцене появились фигуристы на коньках и под классическую музыку исполнили лирический номер.